Здравствуйте, уважаемые студенты. Вашему вниманию предлагается семинарское занятие по дисциплине «Монтаж и эксплуатация электрооборудования и электроосвещения». Ведет преподаватель кафедры энергетических систем Беличенко Екатерина Николаевна. Тема семинара номер один – это «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и электроустановок». Задание 1. Согласно выбранному варианту, по последней цифре своего регистрационного номера, дать описание проведения монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных предприятий и электроустановок по указанной теме в таблице 1. Объем выполненной работы должен составлять не менее 12 листов формата А4 с одиночным интервалом, включая рисунки, схемы, диаграммы. Итак, таблица. Номер варианта и тематика работы. Тематика. Монтаж силовых трансформаторов. В примечании это те пункты, которые вы должны рассмотреть обязательно. То есть это трансформаторы ГПП, ПГВ и ТП. Потом следующая тема – это монтаж воздушных линий электропередачи. Вы рассматриваете воздушные линии с напряжением до 1 кВт и выше 1 кВт. То есть что нужно для монтажа? Да? Следующий – монтаж силовых кабельных линий. Вы рассматриваете кабельные линии с напряжением до 0,4 вольт и 6,35 кВт. Следующий – монтаж электрических машин. Это асинхроны, синхроны и электродвигатели. Следующий – монтаж взрывозащищенного электрооборудования типа РВ и РО. Да? Монтаж заземления электроустановок поверхности. Рассматривайте промышленные здания, цеха, подстанции. Монтаж осветительного электрооборудования. Здесь рассматривайте промышленное освещение цехов и так далее. Следующая тема – это монтаж силового электрооборудования. Тут вами должны быть рассмотрены магнитные пускатели, контакторы, магнитные станции. Следующая тема – это монтаж электрооборудования, распределительных устройств, трансформаторных подстанций. Тут трансформаторы, реакторы, выключатели нагрузки и так далее. То есть все необходимое, что подразумевает под собой электрооборудование распределительных устройств и трансформаторных подстанций. И последняя тема – это монтаж электропроводки. То есть электропроводка промышленных предприятий. Что это подразумевает? Способы монтажа, как она эксплуатируется, как выбирается. В общем, все, все, все. Список основной литературы, которая вам может понадобиться и, возможно, понадобится для выполнения этого задания. Список. Дополнительной литературы. Также в вашем распоряжении интернет, библиотека и так далее. Спасибо за внимание. Еще хотела отметить, что на выполнение этого задания у нас 3 семинарских занятия. То есть в течение 3 недель. Даже это больше. Ну, в общем, в течение, давайте, 3 недель. Не занятий, а 3 недель. Вы должны выполнить это задание и выслать мне на почту или прикрепить в универе, да? Либо через старосту, либо в индивидуальном порядке. Все. С вопросами, пожалуйста, обращайтесь. Всего доброго.